Сегодня в Гомелі названы прозвища членов Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь 7-го скликания. В отповедности с действующим законодавством их выборы прошли тайным голосованием. Подробности в материале наших корреспондентов. Совет Республики – опошняя инстанция на шляху проходжения законопроекта про парламент. Своеособливый юридичный и экспертный фильтр, який гарантує максимальную якость будущих законов. А кроме того, это палата территориального представництва, члены якой выбираются депутатами Совета у депутатов базового узровня. Обовязковая умова – каждый претендент на сенаторское кресло повинен поведомить программу своей будущей деятельности. Самое главное – это повышать услуги здравоохранения, образования, культуры, физической культуры. Это поддержка молодым семьям, многодетным семьям, семьям, воспитывающих детей-инвалидов. И, безусловно, это пожилые, которым нужна наша поддержка, наше внимание. У Совете Республики Гомельскую область представить 8 человек. Подчас работы выборчего сходу огучиваются персональные даденные. Сярод пропонуемых кандидатур – два депутата областного совета, старшиня областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа Алла Смоляк и директор Саугаса комбината «Зара» Олег Слинько. Один претендент, генеральный директор вытворчего объединения «Беларусь Нафта» Александр Ляхов, был членом Совета Республики попереднего скликания. Сярод остатних претендентов на посаду сенатора белорусского парламента начальник гомельской мытни Феликс Яшков, головный редактор рогачевской газеты «Свободное слово» Андрей Шишкин, мастацкий кирауник цирка имя Валерия Абеля Татьяна Абель, старшиня гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Няверов, врач-офтальмолог гомельской областной специализованной клиничной больницы Владимир Катович. Каждый из их профессионал у своей сферы добро ведая досягнения и проблемы, якія необходимо вырашать. Я часто посещаю районы, и больше всего проблем, я вот считаю, есть по доступности медицинской помощи сельского населения. Определенное предложение у меня есть, но, понятно, это надо будет решать совместно, более широко, вместе с здравоохранением и местными властями. Как заинтересовать молодых специалистов, чтобы они оставались все-таки на районах. Выборы членов Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь проводятся тайным голосованием. Выбранными лічатся те, кто отримає больше за половину голосов депутатов, которые приняли удел у процедуры. У Гомельской области этот рубеж прошли все претенденты. До речи, працевать у верхней палате парламента яны будут на громадской основе. Цель, безусловно, будет одна – работать напряженно, работать эффективно. И самое главное, что вот эта работа и, надеюсь, положительные результаты этой работы были направлены на решение тех вопросов жизненных, иных, которые возникают и у наших граждан, и, может быть, где-то в экономической, производственной сфере. Олег Сюнтюров, Александр Гавейко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».